Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня у нас будет много красоты в видео, потому что сегодня по просьбам трудящихся у нас будут колоды серебряные, ну, по крайней мере, две серебристые колоды, которые имеют отношение именно к серебру, а не к золоту. Ну и вообще, постаралась я немножечко тона выдержать определенные в этом видео для того, чтобы любители серебра могли себя порадовать. Но не только визуально все будет у нас красиво, но и информативно, хотелось бы верить. Сегодня тема такая: препятствия, кто или что. Вообще бывает такая ситуация, когда, ну вот, хотите чего-то добиться или хотите достичь какой-то цели, но какое-то препятствие постоянно мешает. Причем препятствия могут быть разнообразные абсолютно. Здесь такая ситуация, когда, вы знаете, может быть, в вас это собственная какая-то прокрастинация у человека. Может быть, ситуация, когда внешние факторы мешают больше, чем ваше внутреннее настроение. И вот сегодня мы будем разбираться в данном направлении и будем стараться выяснить, каким образом вам себя вести для того, чтобы преодолеть все препятствия и добиться того, что вы поставили для себя как цель. Сегодня у нас три колоды: первая, вторая, третья. Они все красивые, они все замечательные. Здесь и с серебряным срезом замечательная колода у нас, и черное таро, и с голографической вот такой вот у нас рубашечкой. То есть все колоды хороши, как говорится, выбирайте на вкус. И я не знаю, насколько легко вам дастся сегодня выбор, но решила вас немножечко красотою сегодня помучить. Но поскольку в основном здесь собрались уже опытные в плане выбора люди, поэтому я думаю, что все у вас получится, и вы выберете обязательно именно свой вариант, который даст вам ответ на ваш вопрос. Итак, кто или что является препятствием, какие причины внутри вас, какие причины являются внешними, каковы перспективы устранения данного препятствия в ближайшие 3-4 месяца. И здесь вот опять же по поводу вопроса, что делать, чего не делать для того, чтобы достичь все-таки поставленной цели, для того, чтобы прийти к тому результату, которого вы ожидаете. И для тех, кто выбрал у нас сегодня позицию номер... А давайте мы начнем с кэп-неочевидность. Позиция номер раз. Остальные пока что колоду уберем. Давайте посмотрим, что является препятствием. Ну, если будут какие-то магические аспекты этой ситуации, я тоже буду об этом говорить. Но если не будет магических аспектов здесь упомянуто, то тогда будем понимать, что все это быт. Итак, сигнификатор ситуации. Ну, во-первых, это режим ждуна. Ждунизм такой определенный, который может длиться уже достаточно долгий промежуток времени. И здесь ситуация, когда вроде бы вот-вот должно было что-то произойти, но вы настолько застряли в этой ситуации, и вы уже можете даже мучиться вот этим режимом ждуна, но понимаете, что ничего не происходит. То есть вот как вы ждали, там, допустим, полгода назад или месяц назад, вот так же вы и продолжаете ждать, что будет в этой ситуации. И вот знаете, есть такое ощущение и настроенность, называется, ну я же столько уже для этого сделала, ну в чем я не права, я же столько вложила, должен же быть какой-то результат. Вот такие умонастроения могут существовать в той ситуации, которую вы загадываете. Давайте посмотрим, что с вашей стороны в этом случае является причиной. Я не вижу пока что, чтобы здесь была какая-то магия. Здесь просто определенный закон справедливости, когда мы ждем помощи, когда мы ждем, может быть, даже какой-то манны небесной или рассчитываем на то, что ситуация разрешится сама по себе. Но, как говорится, вот эта волшебная таблетка в виде туза пентаклей, она прилетает далеко. Не всегда и не всем. Даже можем сказать больше, в основном она никому не прилетает. Смотрите, у вас какое-то перерождение отношений идет, и у многих здесь проигрывается любовный треугольник, который реально может рушить жизнь, потому что он крайне важный. Этот любовный треугольник, он не просто так, он серьезный, он может ломать отношения, он может ломать ваше мировоззрение. И вообще, если нет любовного треугольника, то есть третьи лица, которые могут вмешиваться таким образом в вашу жизнь. Кстати, кто-то спрашивал про эту колоду. Очень хорошо тасуется колода, очень удобно. И карты хорошей плотности, они кажутся такими легкими и эфемерными, а на самом деле весьма-весьма плотные и
во-первых, они не прогибаются и не расслаиваются, как бы, да, как это иногда умеют делать дешевые достаточно карты, но качество, да, качество бумаги, качество картона замечательно. Давайте проблемы с вашей стороны здесь смотреть. Ну, во-первых, смотрите, какая ситуация. Эмоционально вы не чувствуете поддержки. Это не значит, что вокруг вас нет вообще людей. У кого-то это проигрывается и как одиночество. Но у большинства, даже если есть вокруг люди, они как будто бы не видят в вас ту жемчужину. Они не видят ваших плюсов. И они пытаются свалить на вас все проблемы. То есть называется, хочешь решить эту проблему? Ну бери и решай сама. Или бери и решай сам эту проблему, мы за тебя не собираемся ничего делать. Впрочем, вы в данном случае можете быть окружены людьми, которые и за себя тоже ничего не собираются делать. Это вот та ситуация, когда вы решаете не столько причину, сколько следствие. То есть вы можете ругаться, вы можете показывать свое недовольство событиями, которые происходят. Вы можете не терпеть какое-то поведение такое неправильное со стороны людей, которое адресовано вам. Вы можете, когда видите недостойные шаги с их стороны, прерывать их, и это правильно. Но проблема в том, что вот все, что происходит, это следствие, а не причина. И пролечивая следствие за следствием в разговорах, вы не затрагиваете самого главного, что есть здесь в этой ситуации. А соответственно, если только поверхностно происходит решение неких вопросов, которые, ну вот, в которые не углубляетесь очень сильно, очень далеко, то вы и можете видеть последствия в виде того, что да, какие-то промежуточные результаты есть, да, вроде бы поругались, называется, вроде бы там человек согласился на какие-то шаги ответные в ваш адрес, и тут же видите, что глобально ничего не меняется, то есть вы видите, что человек, да, сегодня сделал что-то, как вы просили, но на завтра он развернулся и сделал ровно так, как он делал последние полгода, вот такие вот моменты могут быть. И в данном случае вы можете реально слишком много на себя брать ответственности в этой ситуации. Вам может казаться, что от вас зависит слишком многое, а также ваша боль, которая вас не отпускает, которая не дает вам в этой ситуации, ну вот как-то продохнуть спокойно, она здесь присутствует и достаточно резко. Вы рушите то, что не было создано изначально, вы поддаетесь эмоциям, и из-за этого проблема пока что не решается. Внешние обстоятельства, люди. Ну вот здесь, знаете, внешние обстоятельства не столько люди, сколько документы, бумаги, юридические моменты и ультимативность вот того, что вам говорится. Манипулятор, который присутствует рядом с вами. И конфликтность тех людей, которые есть вокруг вас. То есть, может быть, даже в те моменты, в то настроение, когда вы способны решать какие-то вопросы мирно, когда вы хотели бы поспорить и прийти, да, вот к какому-то результату, тут же включается манипулятор, жесткий очень, конфликтный, который может вам сбивать, да, вот всю эту малину и стараться вас увести туда, куда выгодно ему. Причем это не обязательно будет мирно. И это почти никогда не будет мирно. Тут присутствуют мужские, очень жесткие такие энергии. Причем здесь зависит от того, кто манипулятор. Если вы мужчина, да, и девушку загадываете, то девушка может быть очень жесткая. Она, вы знаете, как солдат Джейн. Если вы дама и загадываете мужчину, то да, это тоже мужская энергия. Это просто жесткий, скандальный мужчина. Причем он... Вы знаете, даже бывает, вроде бы миром можно было что-то решить, но он настолько завязан на том, чтобы войти в конфликт, что он не представляет, как без конфликта вообще можно решить то, что происходит. И это очень жестко отображается на ситуации. Обидчивый, норовящий обидеть вас. То есть все вот эти обиды, с которыми вы сталкиваетесь и с помощью которых вами манипулируют, вообще вот то, что мы недавно говорили о газлайтерах, очень похож этот человек на газлайтера. Перспективы решения этой ситуации в ближайшие 3-4 месяца, да, эту ситуацию можно разрешить, если вы начнете с человеком говорить на его языке, или если вы добьетесь того, чтобы этот человек слушал вас и понимал ваш язык. Карты говорят о том, что понадобится с вашей стороны достаточно глубоко загнать обиду внутрь, то есть не показывать эту обиду и действовать при этом мудро достаточно. Миролюбиво разговаривать, даже если хочется оторвать голову данному существу, которое вы загадывали в данном случае.
Из обстоятельств это может быть нахождение в браке, и для человека, который находится в браке, очень тяжело разорвать эти узы. Или узы общественного мнения, которые не дают вам идти в том направлении, которое вы выбираете. Также воздействие начальства, если речь идет о работе. Это очень выводит вас на эмоции. Давайте попросим у карт предостережение и совет. Вот то, о чем говорилось. То есть говорилось об эмоциях. И карты говорят о том, что вам ни в коем случае не надо вот эти эмоции очень жестко каким-то образом выражать. Потому что чем больше вы погружаетесь в эти эмоции, тем меньше вы начинаете понимать в той ситуации, которая сложилась вокруг вас. У кого-то предостережением выступает вообще контакт с дамой кубков. Это женщина знака воздуха или воды. Женщина очень капризная, такая вот эмоциональная. У кого-то Настя имя проигрывается. У кого-то Людмила, кстати, вот два имени. Но поскольку расклад общий, да, может и два, и три имени проявляться у меня в голове. Я их произношу, потому что, возможно, кому-то их надо услышать. Я не всегда их произносила раньше, когда эти имена появлялись, но люди хотят и люди просят, говорят, нам даже легче понимать, я вот думала про меня, не про меня, а как только услышала, да, имя, я поняла, что да, это мой вариант, я поняла, что про мою ситуацию. Что делать? Стараться не пропускать очевидного, стараться быть визуально более добродушной, уделить внимание своей внешности и немножечко отдохнуть, а также можно отдохнуть от короля пентаклей, состоявшийся состоятельный, достаточно такой вроде бы серьезный мужчина. Сейчас он почему-то может испытывать приступы жадности уж по отношению к вам или по отношению к кому-то другому, это другой вопрос. Но вот у него есть такая жадинка внутри него присутствует сейчас. И я, конечно, думаю, что для вас это тоже очевидно. Даже если не ваш адрес, то это все равно может быть. Поэтому сделайте перерыв, отдохните, придите в себя, улучшите свою внешность. Сейчас это очень важно и нужно понимать. И постарайтесь открыто обсуждать те вопросы, которые вас интересуют. Но не в форме конфликта жесткого, когда голову друг другу отрывают, а в форме более мягких каких-то диалогов. Вот такой у нас первый вариант получился. Он же у нас прямо и по порядку выкладки был тоже первым, что очень хорошо. Да, прям манипулятор у кого-то жесткий, такой вот, который заморозил всю ситуацию. Такое ощущение, что вот еще недели 3-4 будет просто все жестко висеть, то, что есть. Для тех, кто выбрал позицию номер, а давайте позицию номер 3. Замечательные драконы у нас сегодня на ней. Давайте посмотрим. Первое, что мы смотрим, препятствие, что или кто, сигнификатор ситуации. Ну, первое, что мы смотрим, это сила, эмоции, воля тех людей, которые здесь присутствуют. Ощущение продавливания. То есть вот здесь вот та ситуация, когда реально человек может продавливать вас эмоционально, или ситуация вас продавливает эмоционально, но вы пока что держитесь, и вы достаточно крепкий. В целом, я не вижу какой-то огромной проблемы в том, чтобы достичь вашей цели. Даже если эта цель пока что кажется несбыточной, какой-то вот очень сложно достижимой. Здесь та ситуация, когда вы можете начать помогать окружающим, и тогда вы увидите, что люди тоже в ответ с помощью придут в вашу жизнь. Это очень важно, это очень нужно. В целом вообще такое ощущение, что эта ситуация уже практически ясна. И для вас она ясна. Если эта ситуация, особенно в семье, смотрите, у нас и императрица, и император вот здесь перевернулись, выпали вот эти карты. То есть здесь каждый должен быть на своем месте. И женщина должна излучать свою женскую мягкую силу. А мужчина может быть более жестким. И мужчина может действовать в том числе в рамках финансового аспекта ситуации или отношений. Что вы сами, да, вот как препятствие здесь можете устроить? Вы очень долго выжидаете,
Вы очень долго собираете информацию. То есть, с одной стороны, это полезно накопить какую-то информацию. А вообще, кто-то смотрит, и предыдущий вариант кто-то смотрел и смотрит сейчас. Для вас здесь тоже информация. То есть, здесь режим ждуна. Наблюдение долгого. Затем, что происходит? Выход есть, но вы в его сторону не идете. Вы пока что как будто бы нашли какое-то вот, да, вот какое-то положение такое, которое вам дает самоуважение. И вы в нем, вот балансируя, пытаетесь находиться. По поводу ваших эмоций, вы возлагаете вообще очень много надежд и каких-то, вот знаете, ждете позитива абсолютного в этой ситуации. Но это неправильно, потому что вы должны здесь пройти урок и испытать даже, может быть, то, что вас раздражает, то, что для вас кажется неправильным, и то, что для вас может быть болевым. То есть вы замкнулись в себе пока что, в своих мечтах, в своих надеждах. Вы можете сидеть сейчас и думать, ой, ну, наверное, все будет классно, наверное, вот пройдет еще немножко времени, и все само образуется, все само наладится. Обычно такая вот излишняя мечтательность, она мешает как раз-таки достижению целей. И ваши действия неправильные. Вы знаете, эгоизма очень много в том, что происходит. И вы не хотите делать что-то, что не приносит вам удовольствия. То есть, с одной стороны, в нашей жизни должен быть, конечно, эгоизм и здоровый эгоизм, но он должен присутствовать, иначе мы превратимся просто в марионеток. Но в вашем случае и в вашей ситуации это та картина мира, когда вы зациклились только на области «хочу, не хочу», а «мне вот это не нравится, я это делать не буду», или «я хочу только так и никак иначе, если это не будет приносить мне удовольствие, то оно мне не нужно». Вот такие вот моменты тоже могут быть, ну, это, да, достаточно жестко так может нехорошо проявляться. Давайте из внешних факторов люди. А вот смотрите, у вас есть некая женщина, знака воздуха или воды, такая вот жесткая достаточно, тоталитарная дама, может быть разведена или может быть вдовой, может быть просто знака воздуха или воды, очень такая вот боевая. При этом женщина умная, и вот она сейчас строит вам некие препятствия в том, что происходит. Она вводит вас в заблуждение, вы можете надеяться на нее зря, но она на самом деле перекрывает вам пути и не дает идти туда, куда вы хотели бы попасть. В данном случае мы видим, что если и есть воздействие магии на эту ситуацию, то оно крайне незначительно, но оно может присутствовать все-таки. Опять же, к силам рода можно взывать в данном случае и налаживать свою связь с родом. Внешние факторы. Ну, вы знаете, здесь очень больших каких-то негативных факторов на самом деле нет. Единственное, вот знаете, как называется, если что-то можно купить за деньги, лучше это купить за деньги. То есть здесь тот случай, когда от вас может требоваться какая-то трата, какая-то вот отдача финансовая. И вот этот внешний аспект, это аспект, забирающий ваши деньги, забирающий то, что касается финансовой части вашей жизни. Вот что здесь важно, вот что у нас здесь выходит. То есть лучше заплатить, если у вас есть выбор ждать чего-то бесплатного, или там вот, например, ну, как-то выждать, чтобы сэкономить, лучше этого не делать, потому что чем больше вы будете экономить, тем хуже будет результат в этой ситуации. Но опять же, здесь вот еще один момент. Может быть, у вас нет сейчас того финансового, материального, любого ресурса, который от вас требуется. Тогда надо подкопить. Перспективы разрешения в ближайшие 3-4 месяца. Ой, только если через какой-то большой скандал, через какой-то большой конфликт будет промежуточный результат, который только через еще 3-4 месяца приведет к окончательному результату и поставит все точки над «ё».
Предостережение и совет вам. Смотрите, вот сейчас та карта, которая говорит о том, чтобы не вмешивать сюда родителей, не вмешивать сюда жен, не вмешивать даму, даму, которая, знаете, вот такая семейная, степенная, очень приятная женщина, вот ее у кого-то это надежда. Не вмешивайте сюда семью и не вмешивайте старшее поколение, тем более не врите и не хитрите по отношению к семье, с тем, что связано не только с отношениями, но и с финансовым аспектом, то есть ситуации, в которой вы пребываете. Если говорить еще о совете, то здесь та ситуация, когда, ну вот смотрите, карты говорят о том, что вам надо проявлять, видеть манипуляторов и понимать, чего они от вас хотят. Плюс ко всему здесь следующий момент. Карты вам советуют обратить внимание на короля жезлов, знака огненного человек может быть, и вот он такой очень активный, подвижный, даже если это не огненный знак, могут быть такие темные, блестящие, с искорками какими-то глаза, и человек очень подвижен, не обязательно он будет какого-то очень большого роста, там, да, но человек очень подвижный, сильный физически, такой вот фигура здесь, фигура там. На него обратите внимание и поймите, что для того, чтобы чего-то надо достичь, надо чего-то сделать. Если это ваш мужчина, то будьте ему достойной парой. Исполняйте требования, которые должны быть в отношениях. Объективно. Если это не ваш мужчина, то понаблюдайте за парой, за его женой, за его женщиной, которая находится рядом с ним. И здесь карты говорят о том, что решив с ними, вот с этими людьми все финансовые вопросы, уходите из этой ситуации, потому что она вам, ну, вообще уже особо не нужна. Тогда обретете свою уверенность, свое положение и достигнете того, чего хотелось бы достичь именно вам в этой ситуации. Ну, для тех, кто выбрал карту, колоду номер 2, вариант по порядку открытия 3. Кэп очевидность. Позиция компот. Давайте сигнификатор посмотрим. Ну, вот здесь на букву Ж. Не подумайте, что хорошо, потому что ситуация, когда реально складывается, ну, знаете, полное ощущение, что все дороги перекрыты, нет выхода, загнаны в угол, и либо вы можете не знать, что с этим делать, либо вас могут просто не устраивать пути выхода из этой ситуации, поэтому вы сейчас можете попасть либо в искусственное ограждение себя, да, от достижения результатов, либо вы... Ну вот как-то самопроизвольно ограничиваете себя и не хотите идти вперед в данном случае. Ощущение безвыходности, ощущение того, что ну вот как, ну вот что с этим делать? Я ничего не могу с этим поделать. Я не знаю, куда идти. А туда, куда знаю, я идти не хочу, потому что считаю, что это не выход из создавшейся ситуации. Ощущение, что вы ранены. У кого-то есть проблемы с животом, с внутренними органами, за брюшиной. У кого-то физическая болезнь, реально здесь тяжелые очень карты выходят. Даже есть люди, у которых непроходимость может быть. Давайте посмотрим эту ситуацию и начнем с того, что чем сами вы тормозите вот эту ситуацию, что не дает ей вызреть, прийти к какому-то, да, вот выводу, выходу. Смотрите. Здесь ложатся интересные арканы, причем сам аркан первый, он хуже, чем то, что легло следом. То есть ситуация та, которой вы не то чтобы можете управлять, но которую вы можете со временем исправлять, хотя сейчас реально есть препятствия, и в основном у большинства. Это препятствия финансового характера, то есть здесь может быть вопрос денег, может быть реально, когда вы не тянете вот эту ситуацию, не тянете ее финансово, или есть какие-то сомнения по поводу того, что надо в нее вкладываться, в том числе и деньгами. Здесь вот попытка либо просить помощи, либо пытаться оказать свою помощь для того, чтобы из этой ситуации выйти. И в данном случае, вы знаете, вот эта попытка, да, коммуникации, взаимопомощи, она не то, что вам сейчас надо. Здесь вообще, знаете, вы можете немножечко переоценивать вопрос финансового фактора, но он далеко не последний.
И может быть еще такой факт, когда вы пытаетесь продавить ситуацию, а этого делать пока что не надо. Вам пока что, да, вот пока вы загнаны в угол, надо немножко восстановиться и восстановить свои силы. В этом состоянии своем вы не можете продавливать дальше то, что вас окружает. Видимо, паузу надо взять. Какие люди могут мешать? А знаете, вот такие люди-игруны, которые вроде бы постоянно что-то делают, но при этом ничего не достигают. Которые постоянно говорят, но при этом никакого серьезного вывода из их слов сделать нельзя. Это те люди, которые пытаются все обернуть в шутку. Даже то, что в шутку оборачивать не надо. Вот таких людей гоните прочь из своей жизни, потому что они не позволят вам решить нормально те вопросы, которые сейчас перед вами стоят. У кого-то проблемы с матерью реально здесь могут быть или проблемы с женой. Вот какие-то такие, знаете, несерьезные попытки вмешаться в эту ситуацию со стороны жены или игры со стороны жены и матери, это то, что будет мешать, то, что будет препятствием. А вы знаете, здесь вот даже внешних факторов достаточно мало. Почему мало? Ложатся такие арканы, которые говорят о том, что на самом-то деле даже нет тех, кто мог бы вам помешать сейчас выйти из этой ситуации. Но полное ощущение загнанности в угол мешает сделать какие-то определенные шаги. И так уже в вашей жизни было, потому что эта ситуация развивается по спирали. Когда-то вы оказывались в таком восприятии, в таких эмоциях, и... Если вы посидите в одиночестве, хорошо вспомните, ближайшие 7-9 дней вам, если есть возможность, лучше поменьше общаться с кем-то наяву, особенно с теми, кто вам эти проблемы создает, которые есть в вашей жизни, и стараться, вот знаете, какие-то чтения послушать, какие-то лекции интересные, поразбираться в себе, покопаться, продиагностировать для себя эмоционально, ментально вот эту ситуацию, для того, чтобы мочь из нее выйти затем в нужном вам направлении. Потому что, по сути, особо внешних факторов нет, но может быть и отсутствие этих факторов, и отсутствие людей, с которыми бы вам можно было эффективно сейчас где-то пободаться, где-то продавить их и так далее. Может быть, вот это отсутствие как раз-таки этих факторов и является самим фактором того, что вы испытываете ощущение препятствия. Называется, я бы и поборолся, я бы и вышел сейчас куда-то, но как-то не с кем, просто вот не заладилось, да. Вышел я в поле бороться в доспехах, а там нет никого, вот такое тоже может быть. В ближайшие 2-3 месяца, давайте, нет, больше ситуация может затянуться, до 7-8 месяцев может это быть. Даже до 10. Причем, смотрите, вам нужно очень серьезно обратить внимание на ваше окружение, вернее, на отсутствие этого окружения, на состояние одиночества и на свое здоровье физическое. Здесь могут быть ограничения движения, какие-то ступоры, стопоры. Будьте внимательны к этому. Давайте предостережение и совет для вас у вас попросим у карт. Ну вот опять же, смотрите, из предостережений, если вы расставались с близким человеком, то не надо сейчас выполнять функцию жены. А если вы вовлекали мать, свекровь, старших подруг, теть в то, что происходит у вас, прекратите это делать, они там абсолютно вам не нужны. Обратите внимание, смотрите, если этот вопрос касается в том числе юридического аспекта некой писанины, то займитесь этим. То есть здесь вот вы можете писать, вы можете решать юридически те вопросы, которые здесь есть, потому что время их решения, ну вот чисто по-человечески, будем так это говорить, уже в принципе прошло. Также карты в данном случае говорят о том, что если вы расстались с мужем, с мужчиной, да, или с другом, если вы мужчина, например, разругались с другом, может быть такая ситуация. Обратите внимание на этого человека и его семью. И здесь логика будет ваше все. Логика, приверженность каким-то таким вот традициям. Это нужно, но иногда вам предстоит сломать некие традиции, казавшиеся незыблемыми. Вам нужно будет учиться это делать для того, чтобы перестать переживать за тех, кто от вас зависит.
И в целом карты говорят о том, что вам главное стабилизироваться эмоционально и не просто, да, вот одно дело стабилизация, то есть ровное такое спокойное состояние, а другое дело загнанность в угол, когда нет сил уже никаких испытывать эти эмоции. И когда эмоции человек теряет в депрессии, это не ваш вариант, вам не так надо. Заканчиваете ситуацию с игрой в эго вашего мужчины, мужчина знака воды или воздуха, либо это просто человек самонадеянный, самодовольный такой, красавчик сам себе такой, знаете, сам себе в зеркало улыбается и даже поглаживает себя там по щечке и посылает себе воздушные поцелуи. Вот обратите на него внимание, и его тоже как раз-таки самое время запихнуть в эти социальные нормы и в традиции семьи. Потому что если вы сейчас этого не сделаете, то тогда и он этого тоже не сделает, тогда просто надо отдаляться. Учитесь обижаться на подлость, на хитрость, на гадость, которую вам делают. И, ну, будем так говорить, вовремя пишите письма, вовремя пишите документы, вовремя подавайте какие-то бумаги туда, куда вы собирались их подавать. Если это суды, то являйтесь в суды, и если нужно было как-то вот, да, вложиться именно юридически в какие-то формальности выполнить, то не закрывайте глаза на эти формальности, их надо действительно соблюдать. Вот такие получились у нас сегодня три варианта. Как вы выбирали колоды сегодня? Вот прям мне интересно, как вы с этим справились. Для тех, кто хочет оставить идею для общего расклада, вы можете это сделать, перейдя в пункте 2 прикрепленного комментария под специальное видео, где остаются ваши идеи. Но большая просьба понимать, что такое общий расклад, а что такое индивидуальный расклад. Потому что очень часто бывает, люди пишут свою личную, глубоко личную проблему и очень много конкретики приводят. То есть говорят, вот у меня взрослый сын, и вот он ведет себя так. Ну, вот здесь надо более общими, да, вот какими-то моментами формулировать. То есть поведение детей там или взаимодействие с ребенком, с потомством, да, вот такие вещи можно писать. Ну и, конечно, для тех, кто хочет получить индивидуальный расклад, в пункте 3 прикрепленного комментария вы можете перейти и посмотреть видео, в котором рассказывается, как проходит личная консультация, куда бежать, куда писать, каким образом ее получать, сколько ждать свой расклад, когда вы его заказываете, и ответы на остальные животрепещущие и душещипательные вопросы. Спрашивают, а почему там цен нет? Ну, потому что это видео вышло год назад, с тех пор в два раза поменялись уже условия, да, получения раскладов. Поэтому нет никакого смысла указывать стационарно то, что будет меняться, какую-то изменяющуюся составную часть. Я всем желаю удачи и благополучия. На адекватные комментарии обязательно поставлю сердечки, которые будут для вас талисманом в вашей ситуации. Всем удачи, до встречи, до свидания.